27 января во всем мире знают как день полного снятия блокады. Сейчас снова тревожные дни. Тревожные дни, которые все мы прекрасно понимаем, на какой грани балансируем и как непросто из этого выйти мирно. И для того, чтобы принимать правильные взвешенные решения, понимать всю ответственность, вот нужно понимать, чем грозит война. И для этого надо вспомнить события 78-летней давности, когда измученный, истерзанный, настрадавшийся город избавился от совершенно такого мрачного будущего, а появилась уверенность в том, что, в общем, все будет благополучно. Давайте мы вспомним всех, кто работал в нашем университете в эти тяжелейшие годы, сколько жизней спасли, в том числе и ленинградцев, которые даже просто подкармливались вокруг нашего университета. Это действительно было такое место, как если сейчас мы его называем город здоровья, то тогда это было город жизни, вот здесь. Потому что тарелка супа или дополнительные там 3 ложки каши, они, в общем, позволяли человеку пережить. И многие наши преподаватели, медсестры, значит, нянечки, рабочие, они все, в общем, здесь сохраняли жизни всех, кого могли. Параллельно шла научная работа, ведь, так сказать, несмотря на то, что часть сотрудников ушли на фронт, часть эвакуировались за пределы Ленинграда. И в эти годы мы, так сказать, были родоначальниками Красноярского медицинского института. И в Кисловодске были наши сотрудники, в Пятигорске. Значит, но научная работа продолжалась. И, в общем-то, первый Ленинградский медицинский институт выполнял свою функцию. Работа академика Чернорусского «Алиментарная дистрофия», она известна во всем мире. И это то, что было сделано, и то, что показывало ужасы этой войны, и до чего можно довести человечество. Поэтому с праздником нас! Это точно праздник со слезами на глазах. Знаете, вот и как День Победы, так и 27 января. Давайте это помнить. Давайте не забывать, у нас, к сожалению, обычно у нас еще выступают ветераны-участники, а сейчас их все меньше. И уж сейчас в эту эпидобстановку совершенно точно не надо было их сюда приводить. Тем не менее, мы о них помним, мы всех их ценим, чтим и продолжаем традиции нашего университета в том, чтобы не поддаваться забвению и не... чтобы не ослабевала эта прививка от фашизма, от такого, скажем, дискриминации или, даже слов трудно подобрать, истребления человека по любым принципам, социальным, религиозным, идеологическим, национальным. Это все одни и те же факторы. И сила наша в том, что у нас многонациональная страна, и ни одна нация не возвышается над другой. А все равны точно так же, как и религиозные группы. Вот в этом ключе мы должны воспитывать своих студентов, в этом ключе мы должны каждый день в быту, и в классе, и в аудитории, и в операционной. У нас это должно быть сквозить красной нитью в том, что мы, о чем бы мы ни рассказывали нашим студентам. Мы всегда им должны между строк это говорить, что жизнь наша, она в обществе, в какой бы уголок планеты вы ни попали, вы должны понимать, что вы не имеете права на
так сказать, в националистические высказывания, на антирелигиозные высказывания, на неуважение традиций того народа, где вы находитесь, на, так сказать, вот такую идеологию. Конечно, для нас, для всех это святой праздник. Я просто вспоминаю, у меня мама прожила в блокадном Ленинграде, училась в это время в технику железнодорожном. И только в декабре 42-го года ее вывезли по дороге жизни. Она уехала в Архангельскую область. Вот эти люди, они не любят вспоминать, конечно, эти тяжелые годы, потому что для них воспоминания это очень тяжелые. Она рассказывала, что у них группа была 24 человека. В живых осталось 8. Первыми погибли парни. Все. 8 человек. И вот в то же время надо отдать должное, что люди трудились, по возможности работали. Вот, вспоминали, у меня хранятся у нас на кафедре несколько книг военных лет, которые были как раз вот посвящены алиментарной дистрофии под редакцией Михаила Васильевича Чернорусского. Там много довольно соавторов в этой работе. Участвовали и сотрудники кафедры факультетской терапии, и госпитальной терапии, и пропедевтики нашей внутренних болезней. Поэтому это такой коллективный труд. И очень хорошо сказал тогда Михаил Васильевич в свое время, что врачи и сестрички работали, что называется, не щадя живота своего для спасения больных, которых они лечили. Поэтому давайте хорошо вспомним этих людей и порадуемся этому празднику. Спасибо. Ну, вот та же самая общая хирургия, так же, как и многие кафедры, в своем штате имела очень много и санитарок, и медсестер, и врачей, которые пережили эти тяжелые годы, холод, голод, и, соответственно, тем не менее, они все-таки продолжали работать, продолжали и творить науку, и были примером для молодого поколения. Нужно сказать, что, конечно, их практически уже нет, их очень мало, но я очередной раз говорю, по крайней мере, то старшее поколение, которое сегодня есть, и слышала рассказы, встречались с ветеранами войны и блокады, они, конечно, должны донести всю эту информацию для молодого поколения. Потому что, к сожалению, не очень многие достаточно хорошо помнят те тяжелые, суровые дни. Но это надо помнить, потому что, как уже вот и Сергей Федорович сказал, что, к сожалению, ситуация в мире не такая простая. И допустить повторного такой блокады, такой войны, а она уже будет, наверное, концом света. Поэтому, конечно, мы должны все это помнить и все делать для того, чтобы это не повторилось. Ну, в заключение, по-видимому, я бы хотел помянуть минуты молчания всех тех, которые погибли в этой войне, в этой жестокой блокаде, всех наших коллег, которые работали. Словно милые грибочки.